В разгар лета без доступа к воде. Именно так жители села Кротовка могут описать самый жаркий период года. Подручные средства перестали помогать много лет назад. Сейчас проблему может решить только строительство нового водовода. Работы уже ведутся. Прокопано 1200 метров траншеи, уложено порядка 500 метров трубы. Наконец, вот эту проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Вот сейчас будет пробурено две новых скважины с приличным дебитом воды. Будет проложен новый водопровод, который будет питать эти населенные пункты. И мы надеемся, что эта проблема, которая, еще раз повторюсь, существовала уже несколько лет, она исчезнет, пропадет, и вода будет для жителей в пиковый сезон, в летний, в полном объеме. Это вторая скважина по счету в сборном водоводе. Первая уже промыта и позволяет получать чистую воду на глубине в 68 метров. Сельчане, в свою очередь, обновлением рады отмечают, жить и вести быт стало в разы проще. Обычно в летний период у нас были перебои с водой. Воду отключала, отключалась вода, то есть, соответственно, людям не хватало ни для осуществления своих социальных нужд, именно помыться, попить водички, вот. Ну и тем более не хватало для того, чтобы полить огороды, напоить скотину, вот. То есть это первоочередная, необходимая, жизненно необходимая, то есть потребность любого человека в воде. На работы выделено 10 миллионов из консолидированного бюджета. Проблема водоснабжения также будет решена в селе Арское и деревне Погребы. Уже к 1 сентября депутаты обещают обеспечить население чистой и качественной водой. А к концу года водная реформа дойдет до сел Лаишевка, Каменка и Протопоповка. Александра Никитина, Управда ТВ.